Так, ребята, ну что, сейчас у меня выпало немножечко свободного времени, и я еду на район, на наш проект, хату на прокачку. Сегодня буду заниматься демонтажом, хочу максимально продуктивно поработать, максимально сделать демонтажик нашей пристроечки. Ну, в общем, я заряженный, осталось буквально каких-то 20-30 километров, и мы на месте. Не переключайтесь, наблюдайте. Что, друзья, всем привет, с вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки, и это проект «Хату на прокачку». Сегодня, как вы уже знаете, с первой серии, сегодня мы будем делать демонтаж. Ну, естественно, друзья, так как я говорил в предыдущем ролике, в каждом ролике, в начале каждого ролика буду подкреплять скриншоты всех донатов и озвучивать сумму, на какую мы располагаем. Да, именно, друзья, потому что не зря я вас называю все практически 10 лет. Ну, потому что все мы знаем, что друзья познаются там в беде, в какой-то сложной ситуации. Вот в данном случае у нас, можно сказать, сложная ситуация у женщины, которая всю жизнь живет вот в этом домике, где зимой вода у кота замерзает, и самой приходится чуть ли не в валенках ходить. Ну, собственно, в предыдущем ролике я все рассказал. Это вторая серия проекта «Хату на прокачку», который я доведу до конца своими руками. Ну, возможно, кто-то еще будет с моих ребят немножечко как бы помогать. Ну, всю основную работу я буду делать сам. Ну и, как и обещал, обязательно из серии в серию я буду вам показывать скриншоты всех донатов и оглашать сумму, которую задонатили. Я сейчас еще подсуммирую. И вот здесь вы видите окончательную цифру, которую на сегодняшний день вы, мои друзья, задонатили и поддержали. Поддержали наш проект, поддержали эту женщину. Теперь у нас есть финансы. Теперь у меня есть заряд полный шмалить. Я сейчас прозваниваю все материалы, заказываю, смотрю. В общем, у меня куча планов, как сделать и красиво, и бюджетно в том числе. Где-то на чем-то будем экономить, где-то на чем-то не будем экономить. Но в первую очередь я хочу снять перед вами шляпу. Низкий вам поклон за то, что вы поддерживаете такое тяжелое, скажем так, время для всех. Ну и, соответственно, вы, как мои друзья, в стороне не остались. Да, конечно, кто-то там писал какие-то гадости, естественно, не без этого, но это буквально там несколько человек каких-то. И что самое обидное, вот знаете, вот пишут, вот земляки, вот пишут, ты там, если робишь, ты не показывай цього, каже, не показывай. Ну, если я не буду це показывать, как мы поможем людям, да, потому что я это не сам делаю, я это делаю с вами. Откуда вы беретесь, я не знаю. Ну, слава богу, конечно, что это буквально там несколько каких-то человек, но ты стараешься вот что-то делать, но все равно какое-то вот придет такое вот гамнецо, да, и подпортит тебе немножечко настроение. Ну, тем не менее, я заряжен шмалить на полную катушку, несмотря, что сейчас мы начинаем еще один объект, там что-то подзаработаю, сюда что-то тоже чем-то помогу. Там будут у меня ребята, потому что, ну, в данной тяжелой ситуации я со своими ребятами делю кусок хлеба с каждым. То есть не так, что я взял объект и делаю. Ну, то есть вы знаете, вы видите. Объектов сейчас у меня немного, но у меня все ребята задействованы. И монолитчиков я привлекаю своих, и каменщиков сейчас Серик со своей бригадой приедет. Ну, вы это все видите. Вы видите, что у меня там тех два несчастных сейчас объекта. Дальше одни переговоры идут. Но, тем не менее, я всех парней. То есть мы как бы объединяемся. Ну, я считаю, какой-то такой у нас, да, небольшой строительной семьей. Вот так же самое, как и мы с вами. Такая вот, ну, у нас с вами большая семья. Но, тем не менее, я просто был в шоке из-за того, какая поперла поддержка, да, вот посредством донатов. Соответственно, ну, теперь
Я буду уделять по максимуму время, по максимуму все внимание этому объекту, естественно, потому что я его хочу сделать, ну, просто сказка. Вы все, наверное, смотрели, да, фильм «Тачку на прокачку», и вы видели, что в конце было. То есть в конце делали с тачки просто супер. Там не делали супер какой-то, ну, дешман, да, там вкладывали бабки, да, вкладывали. Ну, в нашем случае сейчас не те времена, чтобы как бы там с каким-то шиком все делать. Но, тем не менее, где-то будем экономить, где-то на чем-то, как вот, допустим, на фундаменте. Я не хочу экономить, но это все в процессе следующих роликов. Все буду вам рассказывать, свои мысли. Естественно, мы будем с вами советоваться. Естественно, жду от вас обратную связь в комментариях. Ребята, друзья мои, еще раз вам огромнейший респектосик. Буду закупать весь материал и полностью буду все проговаривать, сколько пошло, какое количество и на какую сумму закупились. Все денежки по порядочку, бухгалтерия у меня серьезная, поэтому все это в отдельном кошелечке идет на материал, на хату, на прокачку. Ну, в конце, я думаю, кстати, я тут посидел вчера тоже, пораскидывал раскладочку по газоблоку, сделал. В общем, ладно, давайте сейчас немножечко как бы сохраню интригу, что я придумал по внутрянке и как можно сэкономить. Сварите себе кофеечек, сделайте чаечек с какой-то печенюшкой, а можете даже пельмешек подварить, потому что ролик будет мощный и насыщенный. И как всегда, по нашей доброй традиции, поехали! Сейчас мы с Антошей начинаем демонтаж, а вы наблюдаете. По ходу дела буду что-то комментировать. Сейчас буду я располагать на эту сумму, что купить, где выкроить какую-то скидочку. Солнышко, то дожди, короче, не поймешь. Где выкроить какую-то, может быть, скидочку, где договориться с какими-то, может, продавцами какого-то материала. В общем, буду думать и кумекать на эту сумму денег. Так, дальше. Дальше у нас, я сегодня взял вот необходимый весь инструмент, так сказать, для демонтажа. Перфоратор взял, болгарку, лом, фомку, кувалду, переноску и все. Две пары перчаток. Это то, что на сегодня нам понадобится. Нам даже тут не шуруповерты, потому что здесь нету ни одного самореза. Здесь все на гвоздиках. Вот штапики на гвоздиках, отлив на гвоздях, вся обналичка на гвоздях. В общем, все на гвоздях здесь сделано. Ну, естественно, демонтаж тут, я думаю, надолго у нас именно кирпича не продлится. Дальше будет ДСПшка, которая тоже вся полностью смонтирована на гвоздях. Я уверен, здесь нету ни одного самореза от гвозди. Я даже уверен, что там гвозди сейчас могут быть и сотки. Ну, то есть, что в хозяйстве было, то и пускали на эту пристройку. Ну что, начнем, друзья. Давай, короче, я вот так буду крепить. Гургу. Пошла, родимая, сейчас вот будет интересно. Вот смотри, что получилось. Покажи людям. Оно видно. Видно, да? Да. Ребятки. О, бля, кувалда упала туда. Ну ладно. Смотри, труба осторожно. Вот, ковыряй. Сейчас оно должно стать красиво.
Блин, щиточек бы поставить, чтобы стекло не вылетело. Мы будем надеяться. Ай! Расклинило, представляешь? Вот эту трогай. Бок он вывел. Или бок. Красиво стало, смотри. Стекло не раскололось. Ребята, работает БСУ, Будивальные силы Украины. И весь кирпичик сразу демонтировался. Шмалим дальше. Так, ну что, поехали! Антоша, что ты там снимаешь? Давай, внимательно! Давай, давай. Опа! Ой-ой-ой, сейчас будет бубу. Ногой, Вова. Ногой, Вова. А? Ногой. Ногой? Какой удобно, хоть левый, хоть правый. Давай! Давай, давай. Вот это бубу! Так бубу! БСУ в деле! Что ты говоришь? Ну, вот тут вот такое какое-то фундамент. Да то что-то старое там, а да. А кирпич пошел еще. А там кирпич. Я думаю, мы его трогать не будем. У нас тут уровень, я и так знаю, у нас тут будет плита. Короче, конструктор Коваленко уже так решил. Короче, вот так, да, ты такой подкопчик уже сделал, Антоша. Ну, так же, прилично, да. Прилично. Да что, ребята, потихонечку идет у нас демонтажик. Короче, все, что здесь осталось по мусору, вот такая вот ситуевина. Это все тот кирпич, который, ну, тут с этой стороны такой был, не очень кирпич. Вот, вот есть хороший попадается, видите, вот это качественный, хороший кирпич. Тот, который не очень, вот этот, он вроде бы и перепал, но сыпется капитально. Но ничего, все-таки тоже что-то спасли. Вот это кирпич, конечно, просто... Огнище. Просто огнище. Тут такого кирпича много. Ну что, показать вам, сколько мы надемонтировали. Вот этот весь мусор, видите? Вот это весь мусор. Вот это все мусор. Видите, вот это все мусор. Ну и вот такую вот стопку, ребята, мы начистили кирпича. Ну, я не знаю. Штук 400, наверное, будет. Где-то потом в хозяйстве в дело пойдет. Так, ребята, ну что, демонтировали, выплыли очень интересные моменты. То есть вот этот брус, который вот с одной стороны, вы видите, да? Опорный брус угловой, ну там есть еще над дверями парочку. То есть с одной стороны угловой брус, на котором держится обвязка, соответственно, на котором держится и вся крыша. А вот смотрите, какое чудо. Сейчас надо на крышу залазить, разбирать крышу, демонтировать. Но я понимаю прекрасно, что вся крыша, она зависла в воздухе сейчас. Опирания практически никакого нету. Если бы мы сейчас оперативно не вмешались, то вся эта конструкция могла сложиться очень быстро на голову. Едем дальше. Дальше у нас здесь тоже, в принципе, вся эта обвязка, она сгнила. Дальше вот такая вот история. С другой стороны тоже, на котором, собственно, держится вся обвязка. На обвязке, соответственно, вся кровля. Смотрим внизу. Внизу у нас тут тоже сюрприз. Все сгнило. Абсолютно все. То есть вот в воздухе просто висит. Вот видите? Просто все висит в воздухе. Значит, что мы имеем? Правый брус у нас сгнил.
Соответственно, вот левый брус у нас сгнил. Ну, по центру еще какие-то стойки стоят более-менее. Но крыша практически парит в воздухе. Вот она. Там он есть брусы в качестве стропилы какие-то. Не знаю, что с доской. С доской тоже, наверное, уже никуда она не пойдет. Ну, в принципе, там есть и рубероид, точнее, толь. Есть металл. Там, по-моему, даже, по-моему, металл вот выпущен. Вот чуть-чуть металла выпущено с под шифера. Все. Дальше там идет просто толь и шифер. Сейчас шифер будем снимать. У нас, в принципе, ничего интересного. С той стороны видно свет. Ну что, я попер на крышу. Будем надеяться, что хотя бы мои 90 килограмм выдержит. Сейчас снимаем шифер, все аккуратненько вообще. Главное сейчас шифер снять, мы его сложим, может где-то потом по хозяйству пойдет. Так же само, как сложили все, кирпич отдельно, досочку отдельно, все подчищаем, все делаем красиво, ребята. Вне зависимости от того, это какой-то у нас коммерческий объект или это как бы волонтерский вот как этот объект, все делаем по максимальному качеству. Шмалим дальше. Недолго музыка играла. Недолго, да? Фух. Так, ребята. Ну что, сейчас будем залазить. Лестницы тоже у нас тут нету, поэтому... Он щиточек сейчас нашел. Сейчас будем по импровизированной лестнице залазить туда. Антоха, ты если что ж меня лови, то если сейчас крыша будет падать. Конечно. Конечно, да. Так. Подожди, не лезь пока. Че ты, блядь? А я потихонечку начну снимать. Так не лезь принимать же листы. А? Как же я буду, блядь? Нет, так я их сейчас поподдеваю хотя бы. Понял, да. Аккуратно. Тут дуже сложно, конечно. Стрёмно. Дуже сложно. Да ну ты что, дивися, все гниле. Ну, и балки гнили. А что делать? Навязываться хорошо. Ввязались уже. Да. Никто не говорил, блин, что будет легко. Блин, щит тоже гнило. Опа! О! Кастрюльная затея. Я уже здесь. И пошли потихонечку. Так, ребята, ну что, сняли шифер, короче. Смотрю ситуацию. Тут доска вроде бы так и неплохая. Может даже, смотрите, сколько ей. 100 лет доске. Несколько слоев толи лежит. Я вам даже сейчас скажу, 1, 2, 3 слоя. Три слоя толи лежит. Конечно, верхний слой погнил такой уже. Я стою сейчас на одном листе, потому что, ну, там дальше стрёмно вставать. Есть вариант провалиться. Пока стою сейчас на одном листе шифера, нагрузка распределяется как-то, более-менее можно еще стоять. Ну, как-то так. Сейчас пока здесь, наверное, и толь будем снимать потихонечку. Очко, конечно... Не железное играет, но потихонечку занимаемся. Дымарь, кстати, я же только что подразобрал дымарь, задрался туда, ё-моё, он у меня в руках просто весь посыпался. Ну, короче, на ту сторону посбрасывал. Ух, ну, дымарь, наверное, его вообще будем оттуда оглушить, он там 300 лет не нужен, полуавтоматика не работает. Не знаю, а может сделаем дымарь, может когда-то дровами топить. Вот так вот, друзья, такая история. Короче, вот эта балка, она вообще, ну, балка как бы стропила, она вообще... Рэпнутая здесь. Он тоже что-то там высматривает. А вот там, где ты ходил, это набои даже попрогинали. Так-то там все попрогиналось. У меня дело в том, что тоже в заднем проходе очень крепко все попрогиналось. Пока я только что там лазил, ребята. То есть сидел там на одной балке потихонечку доску. Можно было бы, конечно, снять потолок.
и потом уже там на столе или со стола, короче, с решетки с какой-то все это дело сделать. Но не хотелось, чтобы это все падало, потому что, видите, вот это все темненькое, это какашечки, мышиные или крысиные, больше всего, что крысиные, потому что там внизу, вон, смотрите, лежат орешки. А, ну там уже мало, Антоша уже выгреб, да? Да. Ты уже повыгребал в основном все. Орехов было натягано между стен, просто завал. Вон тот утеплитель, видите? Ну это как бы тоже уже химия была из-за того, что вода замерзала. Там труба просто, выпаянная труба. Кто-то с местных, видимо. Вон тот утеплитель, ребята, вон, видите, пенопластом сотка, по-моему. Ну, то есть, как бы закрывали трубу, чтобы хотя бы не замерзало. Ниже 5 градусов, по-моему, около 10 градусов, и уже все, уже вода замерзшая была. И пока морозы не отпускали, пока оттепель не приходила, вода не размерзалась. Ну и немножечко, вон, смотрите, что телепает Антоша, оно, конечно, играет все тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, продолжаем дальше, ребята. Так, в общем, работа продолжается у нас, а точнее уже демонтаж закончили. Земельные работы пошли. Короче, ребята, что нам надо сделать сейчас? Я сейчас хочу снять вот этот весь, ну, где-то на штык, здесь насыпной грунт, здесь уже пошла глина, в принципе, ну, такая уже плотная глина. Тут, конечно, такое говно редкостное. То есть, ну, сыпучка, прям вот сыпучка. То, что лежало под лагами. Сейчас мы его все снимаем до твердого грунта. Я хочу туда по максимуму загнать бетон, чтобы укрепить как бы полусгнивший, а может уже полностью сгнивший, ну, скажем так, нижний венец, да? Кто понимает, о чем я? Нижний венец, будем называть его так. То есть под стену загнать бетоном, чтобы хотя бы опирание стены было на бетон. Как корова языком слезала. Так, ну что, откапываемся. Осталось последние, так сказать, моменты. И последний момент вот такой. Вот, смотрите, Антоша отрыл и поставил его стоя. Это кусок просто фундамента. Вот он приблизительно где-то, ну, где-то 25 сантиметров в глубину. То есть, смотрите, что в фундаменте. Два ряда кирпича. Вот он один ряд, вот он второй ряд. И подсыпочка щебнем. Щебень с бутом. Вот он бут, вот он щебень, просыпанный тут, ну такой, ну видите, отсыпается где-то что-то тщетно, чем-то пролитый, конечно, чуть-чуть, где-то что-то даже держится. Вот такой вот здесь фундамент был. В принципе, то если так сказать, еще более-менее, да, даже есть щебень. Обычно в те года на двух рядах кирпича держались хаты. Тут даже щебеневая подсыпочка с легкой проливкой. Ну все, шмалим дальше. Ехали дальше, ребята. Раскопали тут. В общем, подчищаем, чтобы тут было все, в принципе, красиво. Короче, взял с собой, привез. Вчера закупился мешками. Все, мешки фасуем. Ну, короче, ближе к теме. Батарея. Первая находка. Вот такая вот батарейка. Блин, такая, мама, не горюй. С этим, блин, с глиной. Так, короче, это как называется? Колосник или как он называется, эта херня? И вот, ребятки, смотрите, что. Да, отвесик, видите? Отвесик я, конечно, заберу себе. А батарею Антоше.
Качаться. Да, качаться будешь по утрам. Вот так вот, ребята. Все, теперь тут почищено, как корова языком слезала. Аж не верится, что тут было. Слава богу, мешков хватило, блин, 2 мешка осталось. Вот он весь мусор, конечно, что-то в мешках, что-то где покрупнее булыги насыпью здесь, с бетона какие-то части, бетонокирпич. Ну, в общем, все сложено, все ждет своей участи. Сейчас буду решать по вывозу. Может быть, с кем-то с местными договоримся, может быть, где-то куда-то на дорогу можно будет высыпать. Ну, я думал, что, конечно, мы где-то тут его и захороним, но не тут-то музыка играла, особо он никому не нужен. Поэтому куда-то придется вывозить. Сделали немножко такой летне-кухонный уголок. Короче, выставил тут газовую печку. Поехал, купил вчера шланг. Сегодня он уже спаковал, его привез. Так что газ будет. Тут столик поставили, чтобы можно было, ну, что-то разложиться, что-то приготовить. Ну, потому что лето на улице, в принципе, это не критично. Тут, конечно, планирую сейчас еще сделать какой-то навесик небольшой, чтобы дождь, пока будем накрывать газовую печку, чтобы дождем не залило. Так, подубрались тут трошки. Вот эта вся доска, что осталась. Вон какие-то... Помните, это откуда, ребята? А ну, скажите. Правильно, по-моему, с этой, со взлетной полосы, да, или там откуда эти... такие вот пластины. Вот сейчас я вам покажу. Вот видите, какой перепад по стене. Вот и пожалуйста. Вот как его выводить. Сейчас крутим, вертим. Я не знаю, я тут уже и уровнями, и отвесами. Тут тоже момент. Газовая вот эта труба. Ну, то есть как бы переваривать, не переваривать. Ну, хочется какие... Ну, малой кровью, скажем так, обойтись. Ну, я не знаю, потому что будем что делать. Будем тут изначально, наверное, выводить. Может, буду брать шлакоблок, заказывать, потому что завал вот этой стены на 30 сантиметров, по-моему. Около 30 сантиметров. Вон, смотрите, уровень. Опускаю и показываю тут сколько. Вот видите, ну... Ну, около 30 сантиметров туда к низу как раз будет. Ой, вот такая вот стеночка. Короче, дальше что? Дальше сейчас надо будет вот это дело обрезать, воду обрезать, канализацию. Вот здесь пошла труба пластиковая. Дальше там, по-моему, какой-то шланг к ней подключенный. 50-ку будем ее сейчас туда переносить. Туда на мойку. И сюда переносить будем ее на... Вот сюда будем на унитаз переносить. Что тут будет у нас унитазик, там будет у нас... Короче, все это дело потом вам подробнее покажем. Перепаивать надо, куда-то думать, куда бойлер этот тулить и так дальше. Да, Антош? Короче, сейчас пока такие моменты. Продумываем все. Разметились мы. Тут такие у нас... самоимпровизированные выноски. Да какие выноски? Просто на колышки забили. Получается 2,60 на 4,70 по наружу. Стены пока я еще не решил. Я, ну, как бы колебаюсь между 30-кой газоблоком и 20-кой. Антоша сейчас подходит, убирает всю земелечку. Мы идеально все подровняли под нашу плиту. Тут как бы у нас уже бюджетик появился, и многие пишут, что со стеклопластиковой арматурой, Вован, затасуй ее куда-нибудь в одно место себе, потому что, а сделай нормально. Ну, потому что ее тут перезаклад надо делать по отношению к металлической как минимум 4 раза. Вот. Ну, то есть такую паутину жесткую надо наплести, так что я думаю, может сюда возьмем просто металлической арматуры, обычную по классике жанра, и не будем изобретать. Там уже будем экономить на внутрянке, на какой-то, а на фундаменте лучше не экономить. Потому что мы тут делаем один раз. Второй раз мы тут, ну, я думаю, что переделывать ничего не будем. Вот такая вот история. Влез я на наличник. То есть двери будут практически заподлицо со стеной, но ничего не сделаешь, потому что мне надо вот здесь, чтобы получился санузел.
при любых раскладах, даже если я делаю 80, да, то есть отсюда беру 30-ку, ну, допустим, 30-ка газоблок, иду сюда, то есть здесь мне хотя бы заподлицо сделать газик, тут соточка, да, или пол кирпича, то внутри получается, ну, 700, ребята, ну, куда 700? А женщина, ну, еще как бы габаритом немножко, как бы, выше средних, ну, точнее, шире средних. То есть, ну, я думаю, это, не сочтите меня, конечно, там, за грубость и так дальше. Да, она и сама на эту тему, в принципе, нормально к этому относится, шутит. Так что, ну, поэтому, ну, минимум 800 тут надо, а лучше бы 900. Но если будем делать 200, то получится 900, отлично. Ну, плюс еще какая-то там плитка ж будет, то есть по сантику заберет. Значит, что сделали? Провесили отвесом. Показываю вам тут подробно, в чем геморрой. Геморрой в том, что, он, видите, как раз под балку. Я хочу стеной подпереть еще эти балки. Да, потому что на вот это дело, ребята, на вот это дело рассчитывать. То есть там чуть подрезали, туда загоним еще бетон. Чтобы вот это все, то, что позгнивало внизу, оно стояло на бетоне, стена. Вот. Ну, тут у нас уже бетон будет выступать в качестве, не знаю, ну, в качестве вот той подгнившей, короче, венец, или как его назвать, ребята. Вы, в общем, поняли меня. Провесились. Кстати, покажу вам, что по проводке здесь. Смотрите, вот такая вот была проводка. Видите? Вот такая вот проводка. То есть тут буквально все было на часы, на минуты, чтобы вот это все дело не пыхнуло. Я ее к чертовой бабушке отрезал, переподключились пока через переноску от соседа. Ну, через переноску подключили все приборы, телевизор, холодильник и так дальше. И здесь вот так вот я отвесился, видите? То есть то же самое, как раз он, она балка, чтобы балку можно было подпереть. Но опять же говорю, здесь переходим, здесь где-то как раз пол кирпича от шнурка до стены. А если мы опускаемся, то у нас здесь... Антош, а ты кни рулеточку. Ради интереса просто. А ну давай. Ну я вам скажу, где-то 25. Шо? Отвес этот телепается. Сейчас мы его еще немножко подкорректируем выноску. А ну тыкни до шнурка. От стены до шнурка. До 30-ки, да? 28 сантиметров. Там, получается, ребята, там 12 сантиметров. Вот это вот у нас такой перепад. Ну, там он 15, и туда как раз к доске сходится 12. То есть, значит, что я буду делать? Я сейчас буду заказывать шлакоблок. Мы начнем отсюда. Я начну отсюда валить, потому что если пол кирпича вот будет, смотрите, какое тут будет пространство. Я начну отсюда шмалиться шлакоблока на 20-ку. Иду с шлакоблоком. И потом, где здесь уже стена, ну, как бы заваливается крепко, шлакоблок где не влазит, я перехожу на кирпичик. Благо у нас бэушного кирпича штук 400 есть, его хватит с головой. То есть вот где-то с дверей здесь уже надо будет переходить на кирпич. Ну, такая вот химия, ребята. Но таким образом я хочу еще сделать опору балок на новую стену. То есть будет практически капитальная стена. Единственное, что там несколько рядов будет кирпич. Ну и точно не полностью будет опираться. Что-то будет на мазанке, а что-то будет на нашей новой стене. Таким образом разгрузить вот эту вот гнилую стену. Но мы сейчас не можем ее завалить. Кто-то скажет: Вова, да завали ты ее, эту стену гребаную. Вот так вот вам будет четче видно, да? Завали ты эту стену. Ребята, если мы сейчас завалим эту стену, то все, надо будет перестраивать полностью весь этот дом. Полностью. Потому что он сразу жахнет. А жить негде будет тогда хозяйке. Он сразу жахнул, упал тут, все, и все полностью под демонтаж. Ну а там, конечно, уже денег надо. Я думаю, что мы не соберем уже... Я думаю, что мы просто уже не соберем такую сумму, чтобы отстроить весь дом. Ну там уже будет просто серьезно. Вы говорили, ребята, та проще перестроить, его завалить. Ну смотрите, мы, грубо говоря, 1/3 сейчас завалили.
И сюда сколько денег пойдет. Ну, я вам потом как-нибудь там по цифрам же оглашу это дело. Если все перестраивать, сюда надо, ну, с фундаментов, со всем, с материалом, там, с внутрянкой, с проводкой. Ну, это будет просто одноэтажный дом. Сюда нырнет, я даже не знаю, мне страшно. То есть, как бы, если стены делать, то стены уже делать нормальные. Ну, не знаю, по супербюджету десятку зелени, ну, сюда надо будет вкинуть, как ни крути. Потому что затянется, тут сюда логистика очень дорогая, доставка сюда космическая просто, тут денег сожрет, мама не горюй. А вы говорите, там некоторые говорят, проще его завалить. Это проще, ну оно-то языком все просто. А когда реализовать, то, конечно, тут уже посложнее. И когда мы тут с Антошей в этой глухомане сейчас сидим, недоставку, ну все надо кумекать, все надо сбалансировать как-то, чтобы подешевле, чтобы одной доставкой захватить там какие-то материалы и так дальше. Тут даже поехать по мелочи что-то купить, сюда поездка обходится 500 гривен. Ребята, вот нам сюда приехать, я сюда на машине вот еду, 500 гривен только поездка. 500 гривен, то есть 10 дней приехали, 5000, ребята, это сколько? Ну, по сегодняшнему курсу $150 только на топливо, $150-$200, если так еще мотнуться надо будет. Вот такая вот история. Все можно сделать, все перестроить, но надо деньги серьезные. Этих денег у нас нету, и как бы я из вас их не хочу тоже вытягивать. Помогаете по чуть-чуть, конечно, шляпу снимаем перед каждым, кто не остался в стороне, и кто 20 гривен, кто 1000 гривен, кто сколько смог. То есть как бы вообще перед каждым снимаю шляпу, ребята. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ребята, сижу, ломаю теперь голову. Какой фундамент делать? Набрал Вовчику, проектировщику команды мастер-кладки. Кстати, если кому нужен классный проектировщик и классный и современный проект, ну, не такой какой-то сарайчик с двускатной крышей, а действительно продуманный, классный и современный проект, обращайтесь. Сделаем вам на высшем уровне. У нас вот такой проектировщик. Так, значит, что думаю? Думаю по фундаменту. Не хочется вот эти лить сейчас ленты копать тут, угадывать с этими всеми там промерзаниями, не промерзаниями, пучениями, не пучениями. Потом в любом случае надо будет еще пол бетонировать. Хочу сделать плиту. Такую же плиту, как мы делали вот на нашем двухэтажном гараже, которую я делал, собственно, сам своими руками, с Антошей, с помощником моим. Тут думаю сделать то же самое. Но дело в том, что проблема тут с песком. Сейчас сюда вези песок за 3-9 земель. Логистика сейчас дорогущая такая. Под плиту нужен песок. Нужна определенная просыпка и толщина песка, чтобы не было пучения. Ну, соответственно, чтобы уйти от пучения. Мы с Вовчиком пообщались, он говорит: ребята, а что я вам сейчас это все рассказываю? Вы же это все увидите буквально уже в следующей серии. Видите, на чем я сижу? Импровизировали такой порожек. Так что, ну, пока хозяйка попрыгает по порожку, а что сделаешь? Временные неудобства. Но мы постараемся бомбить крепко и как можно быстрее. Не простаиваем ни один день. На сегодня у нас все, наверное, снесли полностью, полностью все прочистили. Ну, тут сейчас глина, и глина такая, ребята, я вам хочу сказать, ух, тугая, тугущая. По фундаменту все расскажу вам в следующем ролике. Какой фундамент будет интересный у нас фундамент, скажем так, такой комбинированный. Немножечко нагоняю, конечно, нагоняю такую какую-то интригу, ну, чтобы вам было интереснее, естественно. Но я уже доволен, что мы уже справились именно с первой задачей, вот такой грязной работы, демонтаж. Оно вроде бы, знаете, ломать не строить, но я демонтажи, честно говоря, сильно не люблю. Вот это все, где-то то на гвоздь на этот наступишь, гвоздей миллион, доски эти все сразу. Ну, благо то, что мы с Антошей сработали четко, мы доску отдельно. Кстати, я уже дрова отдал,
самовывозом. Приехал человек, забрал вот эти все там и гнилые дрова, и какие-то там брусы были. Ну, то есть приехал человек, забрал газельку, просто отдали ему. Ну, а зачем они нам нужны? Мы сюда гнилье такое, ну, уже использовать не будем никуда. А вот доску с пола сейчас используем на опалубку, вообще будет супер. Мы ее оставили. Вся доска практически, тут доска 50-ка такая, пролежала, не знаю, 100 лет. И она как, ну, проветривалась, понимаете, не гнила. Короче говоря, без никакой обработки, без никаких антисептиков. У нас есть сумма, да, определенная. 30 тысяч гривен, грубо говоря. Ну, там с небольшим плюсом. 30, на что нам хватит этих денег на сегодняшний день? Вот, которые, собственно, вы задонатили для этого проекта. Кстати, хозяйка вам просто... Просто огромнейший респектоз, говоришь, Вовчик. Просто, ну, как бы там поклон. Потому что, ну, действительно, люди... Действительно, вы друзья, вы помогаете, как вот в реальной жизни. Знаете, когда друг познается в беде. Вот так же самое и здесь. Вот человек познается как бы вот такой вот беде, а это действительно беда. Кто-то там писал, подмазать, подкрасить. Ну, вы видели теперь, какое подмазать, подкрасить? Весь низ вот так вот сгнил. Я не знаю, на чем держалась эта вообще пристройка. Весь низ сгнил. Держалась она только на дверях, вот где двери были. Ну, относительно как бы неплохие двери, да. И по бокам две стойки. Они на нем держат. Все. Угловые все эти... Ну, за обвязку я вообще молчу, она вся выгнила. Угловые опоры, они все тоже позгнивали по 15 сантиметров внизу. Все в воздухе было. Кто-то там пишет, Вова, подмажь, подкраш. Себе бы ты так подмазал дома, подкрасил, блин. А потом, чтобы... Жил ты в таком доме и думал каждый день, жахнется или не жахнется на голову. Да, кто-то говорит еще, ребята, такой момент, что говорит, Вован, дешевле было бы все завалить. Вопросов нету. Да, но только если у меня сейчас было в руках не $1000, а $10 000 хотя бы. И то при нынешних ценах $10 000 даже сделать вот такой, при том всем, что я буду даже делать там своими руками, ну, то есть как бы не будет затрат никаких, ну, я делаю проект, да, снимаю вам, хозяйке, соответственно, она участвует в проекте. Ну, так повезло человеку, да, так же самое, как и в тачку на прокачку, кому-то везет. Все, вам интересный проект, тоже не тяжело, с миру по копеечке. Кто двадцаточку, кто сто соточку, кто 50, кто 1000, у кого, ну, насколько есть возможность. В любом случае... Хоть двадцатку, хоть ты, в любом случае, всем огромнейший, как бы, респектоз, ребята, ну, просто вы супер. Я просто понимаю, что у меня вот аудитория просто суперская. Я всегда это понимал, не без хейтеров, конечно, не без того, но в общем, если взять, ну, я всегда понимал, что вы меня поддержите в каких-то таких вот начинаниях. Ну и все, кто-то говорил переделать, да, вот полностью. Да можно, конечно, все, да и надо валить, потому что тут тоже он внизу позгнивал, и все как-то. Тут будет еще одна фишка именно вот этого строения. Я его буду делать, ну, оно вроде бы будет как интегрировано, как пристройка, но оно будет у меня и отдельным, отдельно стоящим. Почему? Ребята, тут тоже очень плачевно все, и не дай бог, когда-то что-то вдруг упадет, какая-то, может, стена начнет сыпаться. Где-то, не дай бог, что-то с потолок. Ну, то есть, как, когда вот критично уже момента достигает это строение, что когда оно начинает рушиться, придется здесь какое-то время, может, или жить, или, ну, дальше не знаю. В любом случае, я делаю это небольшую комнату, в которой будет... Удобство, санузел, который будет вода холодная, горячая вода будет. Здесь будет кухня. Здесь даже можно будет поставить какой-то, не знаю, там, топчан. Ну, в принципе, даже можно жить. И здесь будут стены, друзья, 30-ка газоблок. Я решил все-таки сделать 30-ку, потому что с этими утеплениями, кто его будет утеплять? Никто его тут уже не будет утеплять. А прикинул там... 20-ку и 30-ку, ну, 10 сантиметров, там на кубатуре, в принципе, не особо там разница. То есть, ну, не хочу на этом. Поэтому 30-очку сделаем, чтобы оно было уже раз и нормально. Значит, по бюджету, что у нас? Наш бюджет мы сейчас вкладываемся чем? Газоблок в районе 3500 гривен. Нам сюда надо
Я посчитал с фронтонами, со всем, за минусом дверных и оконных проемов, 7 кубов где-то надо газоблока. Прикидывал что-то так, навскидку вроде 5, но вот 7 кубов с фронтонами совсем. В районе что-то 24 тысяч. Ну, плюс-минус, зависим по чем-то. Может, он будет по 3400, да, может, по 3.30. В районе 25 тысяч гривен. 24-25 тысяч гривен. У нас остается, в принципе, не так уж и много. По бетону здесь сюда пойдет, не знаю, будем мы брать готовый, или может быть я буду тоже просчитывать, или может быть сюда одним махом привезем щебень, щебень, песок и цемент одной машиной я привезу, ну, со знакомых, у меня там может кто-то привезет как бы по нормальной цене, потому что сюда доставка бетона будет просто, ну, просто космос готового бетона, поэтому возможно будем здесь хороший бетончик на месте заколачивать. По бетону тоже пойдет сюда, ну, если, допустим, взять сейчас по готовому бетону, здесь будет 2,5, около 3 кубов бетона будет, около 3 кубов бетона будет. Это на сегодняшний день, если чисто по бетону, вот мы сколько, я брал марку 300, по 2, ну, 2200, 2300 гривен примерно, это 6, грубо говоря, 7 тысяч. То есть, газоблок и бетон мы как раз уже можем купить. Арматуру, я уже арматуру, ну, я думаю, ребята, давайте так. В любом случае, нам еще дальше какие-то финансы нужны будут. Поэтому мы продолжаем. У кого есть какая возможность, у кого есть какая там копеечка, все реквизитики также будут в описании под видео. Потому что, видите, вроде бы сумма такая и приличная, но на самом-то деле... То есть я закуплю газоблок, все вам покажу, сколько он... Ну, в принципе, я сейчас говорю общедоступные факты. Кто в теме, тот понимает. Тут даже их бабки не ходи. Посчитайте, 4,70 на 2,60. Допустим, плиту ту же самую. И на 0,20, 200 плита. Все, арматура сюда пойдет. Ну, с арматурой будем думать еще. Может, сделаем какой-то... ну, скажем так, микс металла и композитки. Вот с Вовчиком тоже, с проектировщиком своим, я же общаюсь, не просто так делаю какую-то тут тупую отсебятину. Он говорит, сделай нижнюю сетку, которая именно самая такая рабочая в плите, сделай на металле, верхнюю сеточку, боковушечку, там, ячейку 300 обойди металлом, а внутряночку лупани с композитки. Как бы такой варик. Зацените в комментариях, как вам такой миксик. И где-то что-то сэкономим. Но в любом случае на арматуру тоже пойдет какие-то. То есть мы, у нас как раз бюджет, грубо говоря, на бетон и на стены. Плюс у нас будет еще вот здесь стена. То есть будут еще затраты на эту стену. Я вам расскажу. Я здесь хочу сделать, чтобы это было и дешево, и сердито. И плюс будет у нас еще, как всегда, наш любимый лофт-стиль. Дальше все увидите. Ребята, я нафантазировал, и знаете, будет очень интересно и, кстати, не очень затратно. Мы уйдем от штукатурки некоторых стен. У нас будет тут комбинация лофт кирпича и лофт, ну, открою секрет, шлакоблока. Почему именно шлакоблок? Расскажу вам, как буду делать это все автономно от этого здания. Ну, а визуально оно будет как пристройка. Это все будет уже в следующем ролике. Будет очень интересно. Буду вам выносить все мысли. У меня их очень много. Сегодняшний ролик и так затягивается. Ребята, еще вам всем огромный респектосик. Реквизитикой в описании. С миру по ниточке. С меня полностью вся работа. Ну, с вас немножечко, конечно, подкрепление. Ой, не нравится мне эта херня, конечно. Что ж, тут вообще, тут на земле стоит, стена на земле стоит. Я, ребята, не знаю, как оно, ну, как оно будет дальше. Да, тут-то мы сейчас сделаем автономное. Но там же земля, там даже я за гидроизоляцию я вообще молчу. Ой-ой-ой-ой. Тут такой его, конечно, сейчас бы хлоп. Ну, это ж под всеми стенами такое. Я уверен, 100%. Не знаю, насколько оно протянет, конечно. Ой, там, конечно, и балки уже в таком критичном состоянии. Вон трещина появилась. Так мы еще, мы же даже не подкопались. Мы убрали пристройку. Видимо, то ли оно немножечко как бы опиралось, то ли что. Ну, короче,
хотели подкопать еще. Говорю, Антоша, ничего мы не подкапываем, потому что это жахнет. Это помещение жахнет. Мы это не построим, и это уже завалится. Короче, пошла трещина. Вот эти двери, я их подрезал тут, потому что они не закрывались. Не знаю, наверное, миллиметров 5, наверное, до сантиметра. То есть хлоп, оно сразу моментально село. А тут еще и написал подписчик, говорит, Вова, ну, все это в критичном состоянии. А ты бы не хотел сделать тут, типа, говорит, ну, пусть над этой кухней. Ё-моё, ну, дружище, котик нявкает. А ты бы не хотел тут сделать второй этаж, поставить, и на крайнях, даже если это все завалится, сверху будет комната. Ну, здесь у нас сколько, 15 квадратов, грубо говоря, ну... Я сразу, так а куда, а где лестницу? Потом начал продумывать, ну да, ну можно было бы как-то отсюда лестницу пустить. На втором этаже, да, полноценная комната. Ну, не знаю. Ну и вот это тоже, конечно, это такой стрём, что я даже... Это мы сделаем, конечно, и поедем. А что с вот этим будет? Не жахнется ли оно, не сложится? Второй этаж, затраты какие, не знаю. Ребята, я вот с этим вторым этажом, вот он мне написал и говорит... Ты подумай хорошенько. Там, подкрепляю вам скриншотик. Так а что думать, ребята? Я не знаю. Ну, финансами мы не располагаем. Я реквизиты то, конечно, подкрепляю в описании. Там смотрите сами. Если вдруг, может быть, вдруг... Ну, это будет вообще какой-то прорыв. Если мы делали, скажем так, кухню, а тут лупан... Ну, кухню и санузел, пристройку, а тут сверху еще дадим второй этаж. Я, ну, это как бы авантюра такая серьезная, и я не рассчитывал и по времени. Так что, ну, давайте вместе как-то подумаем, не знаю. Если там копеечка какая-то, я увижу, что залетит, что, в принципе, мы сможем это реализовать, но это будет вообще какой-то, я не знаю, прорыв жесткий. Я считаю, это будет какой-то космический прорыв в нашем формате. Начинали с одного, закончили другим. Ой, я не знаю, ребята, я сейчас вам выпускаю этот ролик. Давайте хорошо обдумаем, нужна ли, ну, нужна ли такая авантюра или не нужна. Поставить второй этаж, потому что вот здесь я вам показываю, тут просто жесть. Если будет тут второй этаж, то, ну, фактически тогда вот это его можно в любой момент завалить, и все, и домик будет такой двухэтажный домик, небольшой, ну как, на 30 квадратов, внизу 15, второй этаж 15. Для меня это, конечно, да, для меня будет это интересный проект, что мы сделали, можно сказать, полноценный дом в 30 квадратов, в два этажа. Ну а для вас смотрите. Так что все реквизитика в описании, если я смотрю, что действительно, что мы таким же темпом дальше стартанем, я как бы по времени не рассчитывал, но если такая суета уже, я думаю, что как бы, ну, поднатужусь. Сейчас, кстати, дожди у нас сейчас начинаются. Ну, такая история. Со своей колокольни, ну, может, ребят как бы буду подтягивать уже, не знаю, чтобы быстрее это все дело сделать. Так что такие делишки. Все, с вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Я, как всегда, вам желаю удачи, здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Всем пока. Давайте подумаем, ребятки. Ну и так же самое, если кто там какую копеечку, можно комментарий, допустим, Вовчик там, я за второй этаж, я там за второй этаж. Вот, там кто против, допустим, просто пишем в комментариях. В общем, пишите в комментариях свое мнение. Давайте будем решать. Я сейчас специально от резюмешечку это делаю, потому что, ну, у меня этот второй этаж, он просто с головы не вылетает. Я не знаю, что делать. Потому что вот такая вот ситуация. Тут не то, что плачевная ситуация, ну, тут просто жопа. Ребята, ну, такой форшмак, видите. Там все. Вот он, этот венец. Он просто рассыпался. Он уже как земля, то есть его здесь уже нету. Я не знаю, тут его уже никак не подлатаешь. Тут только надеяться на то, что оно не развалится. Ну а надежда, вы знаете, вот с вот этим вот, надежда, она умирает моментально. Вот смотрите. Да ну куда? Ну, вы что, о чем речь? А вот она пошла в... Эта трещинка, вот она, отслоилась. Ну, тут отсюда не видно, но там 5 миллиметров оно рвануло.
Здесь тоже вот видно, рвануло. Ну тут за обоями не видно, может тоже где-то повело. И тут от ДВП я не снимал, там доски, за досками не видно. Ну как бы тут тоже, чтобы посмотреть ситуацию, вообще надо все доски убрать. Доски не хотелось бы снимать, потому что ну оно оттуда просто посыпется. Ну не знаю, ребята. Если с этим вторым этажом не получится, то тогда ну доделываем как-то свою работу до конца, да. Ну и все. Кроме этого страшного, вот оно страшное самое, смотрите, это опорный угловой брус, угловой, междудверный, ну то есть по краям дверей ставятся, по краям окна ставятся вот такие вот опорные брусы, они все сгнили, и весь дом, грубо говоря, все стены, они сели просто на землю, вот просто на земле, я не знаю. Тут даже если будет, даже если пристройка это будет, что с вот этим делать, ребята, смотрите. Все, тут дальше пошла уже земля. Это опорный брус, на котором держится крыша. Я уверен, что там то же самое. Вот там опорный брус. Так что с этим помещением очень плачевная ситуация. Я думал там на крайнях что-то подлатать, серединки гипсом зашить, но... Я теперь просто в ступоре. Не знаю, как дальше вообще двигаться. Или двигаться по намеченному нами плану, делать пристройку. А там уже, ну, будем надеяться, что оно будет, конечно, стоять. Или все-таки пробовать на второй этаж замахнуться, а там просто взять и демонтировать все это дело и вывести его. Вот этот второй этаж, если бы здесь... поставить над пристройкой, над нашей, это была бы страховка, даже если в любой момент завалится. Да, там комнатку-то можно, ну как-то там что-то обмазать такое, обклеить обоями, и как-то еще можно жить. Но это может в любой момент все дело рухнуть.